В Москве председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин встретился с сотрудниками НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Руководитель СКР подчеркнул заслуги специалистов Института при лечении детей, получивших травмы в зонах военных действий, пострадавших от преступлений и других чрезвычайных ситуаций. Клиника доктора Рошари, как ее называют в народе, уникальное медицинское учреждение, которому нет аналогов в мире. На счету сотрудников НИИ сотни спасенных детских жизней. Лучших работников медицинского центра председатель СКР наградил медалями и памятными подарками. Также Александр Бастрыкин навестил маленьких пациентов клиники.